в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Да не ссы. В инструкции сказано, красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай, а я пока за углом постою. Что, штанишки надел? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно, главное, чтоб чё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты! Ну, долго еще? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще 100 лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Неохота, но проверить все надо. Эй, кто там?
Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, все быстро по маршрутам! Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Труп! Внимание! Противник рядом! Ищем его! Кто здесь? Тревога! Враг! Получай гранату! Наших бьют! Внимание! Противник рядом! Потери!
Черт подери! Тревога! Ах ты! Тревога! Убитый! Тревога! Труп! Убит! Внимание! Тревога! Противник рядом! Где же он? У нас гости! Прячется! Откуда? Да хрен его знает! Осторожно! Я! Мигай! Видишь его? Вот он! Эх! Сейчас, сейчас! Так, двинули. Ищем. Не лезьте на рожон. Так, так. На, прикури! Спокойно, товарищи!
Груз по офисе принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх постановил. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, и ты напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не подарили там чего. Послышал. Ах ты, демигрант! Убить! Тревога! К бою! У нас гости! Твою дивизию? Откуда? Как хрен его знает! Осторожно! Нет! Ныкается где-то! Ну все! Никуда не денется! Найдем! Теряем людей! Прикройте! Отомстим, Конг! Наш бьет! Прижем одного! Бойцов теряем!
ты идти. А ты сам в той ватке был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу... Лежать. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его.